Внимание! Говорит Москва! Разрешите передать вам благодарность за тот теплый прием, который мы встретили при возвращении в нашу дорогую советскую родину. В Советском Союзе идея создания, воспитания нового человека, абсолютно здорового, прекрасно развитого физически, это была часть идеологии. Была война. И везде во всем мире футбол не играли, только в Закарпатье и в Москве. Он обнимался с Пеле, пожал руку Бобби Чарльтону. Вот это все сложилось в эту потрясающую фигуру Яшина. То есть это была чудовищная такая интрига, триллер. И тут было о чем говорить два часа. Это проект «Спорт 20 века». Вся история самой спортивной страны на планете Земля прошлого столетия.